Подача газа сразу же была прекращена. Через полчаса горение прекратилось. Площадь прорыва составила порядка 15 квадратных метров. На ликвидацию огня выехали 5 расчетов и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Средняя Азия-Центр является одной из важнейших газотранспортных магистралей в системе газовых сетей России, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Этот объект является главным транспортным путем среднеазиатского газа в Россию и далее в страны СНГ и Евросоюза. Так что этот инцидент может опечалить Туркменистан и поколебить его веру в целесообразность транзита газа через Россию. Ведь подобные ЧП на территории нашего региона далеко не нонсенс. В 2011 году, 2 ноября, на газопроводе «Средняя Азия-Центр», недалеко от поселка Истия, также произошел разрыв газопровода.